Как должно быть вам благодарно юное поколение? Вы устроили ему бегство из его глупейшей темницы. Эта книга должна внушить читателям стремление узнать мир. Ваших героев отличает моральная чистота, физическое и душевное здоровье. Это очень важно сегодня, когда весь мир заражен нигилизмом. Человек запутался в самом себе. У него нет ни Бога, ни идей. Поздравляю, мой друг. Вы открыли новый тип героя. Его нет пока в реальной жизни, но в него веришь. Ему хочется подражать, а это значит, он объявится и в действительности. Одно плохо в вашей книге. Она получилась очень тонкой. Читатели нас завалят письмами с пожеланиями продолжения. А что, если нам пойти навстречу читателям? Вы хотите сказать? Именно. Роман не закончен. Но капитан Грант найден. Это не капитан Грант. Вот как? Рассказывайте. Рад вас приветствовать, капитан Грант. Прозрачные стекла лгал нам. Накажем его! Смерть! Его! Стойте! Друзья этого человека — враги наших врагов. Значит, он наш друг. Расскажи, что ты знаешь. Они сегодня убили много наших врагов. Их души отправились в страну песчаных холмов, откуда никто еще не возвращался. А где же их скальпы? Ты, большое перо, лучше меня знаешь, что белые люди не снимают скальпы с убитых. Тебе мало моего слова? Ты сам это видел? Да. Они тоже потеряли одного человека. Кого? Скажите, умоляю вас. На нем была одежда матроса. С ним был мальчик. Вильсон. Бедняга Вильсон. Благодарим тебя, великий отец, что не затмил глаза наши гневом и не дал покарать нам невинного. Прозрачные стекла будет нашим другом. Пью. Идем! Вождь! Бандиты нападут на нас утром! Мы встретим их! Хайя! Макасин, собирайте людей! Мы устроим им засаду! Им не до нас. Пойдемте ко мне. Идемте, идемте. Thank you.
принесла трибу поюче. Я португалец. Меня зовут Раймондо Скорца. 4 года назад я и 3 моих товарища, 3 таких же бесстрашных авантюриста, как и я, простыми матросами нанялись на корабль, который шел в Патагонию. Один из нас знал место, где спрятано несметное сокровище древних инков. Мы решили перейти через Анды пешком. Был ноябрь, весна, опасное время в горах. Мы попали в лавину, и те 3 погибли. А меня подобрали индейцы, племени Паюч. Казалось, сама судьба дает мне в руки сокровища, к которым мы так стремились. Представляете, только они... Только индейцы знают, где таятся сокровища. Вот этот золотой бог, он оттуда. Но за 4 года, что я здесь нахожусь, я ни на дюйм не приблизился к тайне. Индейцы ее не откроют никому, даже под пытками. Да черт с ними, с этими сокровищами. Вы видели эту золотую статую, а? Да. В ней 200 фунтов чистого золота, 200 фунтов! Ваши друзья смелые люди. Мы могли бы объединиться. Золота на всех хватит. Завтра они перебьют друг друга. Не завтра, так в другой раз. Индейцев все равно не оставят в покое. Слишком много желающих отнять золото у индейцев. А нам оно само дается в руки. Глупо упускать такой случай. Поговорите с вашими друзьями. Завтра, когда начнется бой, мы могли бы провернуть... Добрый вечер, господин Паганель. О! Вот мои новые друзья. Милорд, разрешите вас познакомить с сеньором Раймондо Скорса. Это и есть тот человек, которого мы считали капитаном Грантом. Извините, сэр. Они уже близко. Вы видели их? Да, там. Устроим им встречу. Хай-я! Боб, дёготь!
Я хочу говорить с тобой. Кто ты такой? Раймундо Спорца. Никогда не слышал этого имени. Скоро ты будешь благодарить Бога за то, что услышал его. Тебя ждет засада. Я слышал выстрел. Выстрел? Нет, тебе показалось. Вот еще один. Стреляют в лагере. Я ничего не слышу. Но у тебя, юноша, чуткое ухо. Скачи в лагерь и узнай, что там. Погоди, вождь. А где серебряная борода? Ты посылал его куда-нибудь? Нет. Кто видел серебряную бороду? Не смею верить в это, но мне кажется, случилось несчастье. Ранена.
Вождь! Дай мне трех человек в этот вережевый путь. Большое бюро, возьми меня! И меня! Ай-я! Тихо!
Thank you.
Друзья! Сюда, ко мне! Я нашел! Он здесь! Месье!
Скажи, чужеземец, зачем он сделал это? Я думаю, он тайно очень долго смотрел на Абдустукитуа. Это слишком вредно для белого человека. Индейцев он делает сильными, а белых слабыми. Поэтому я хочу, чтобы вы быстрее уехали отсюда. Наши предки считали, что так выглядит наша земля. Они заблуждались. Индейцы поючи, кочующее племя. Мы пришли сюда из страны холодного солнца. Мы много бродили по свету и нигде не видели, чтобы земля закруглялась. Тебе нравится эта вещь? Индейцы поючи вам дарят ее, тебе и твоим друзьям. Ты платишь нам за услугу, вождь? Нет. Тогда мои друзья не возьмут это. Мы же помогли индейцам поючи от чистого сердца. Эти бандиты враги всех честных людей. Пойми, не все белые одинаковые. Среди них есть и хорошие, благородные люди. Белый есть белый. Он может быть сильным, но желтый металл сильнее его. Ты ошибаешься, вождь. Это золото не имеет над нами никакой власти. Не знаю, я опять раздвоился. Мне хочется верить, ты мне нравишься. Послушай, что я тебе скажу, вождь. В мире много плохих людей, много хороших, но много и плохих людей. Тех, кто ценит золото больше, чем своего бога. Вас не оставят в покое, пока Абстутокитуа с вами. Рано или поздно вы погибнете, а мне этого не хочется, потому что ты мне тоже нравишься. Верни этого золотого бога туда, где он лежал, и забудь это место. Я знаю. Нам все чаще приходится браться за оружие. Но я не могу иначе. Так жил всю жизнь мой отец. Отец моего отца и отец отца моего отца. Ты видел, как он тянет руки к солнцу? Он будет видеть солнце, пока видит его мои глаза. Мы погибнем вместе. Жаль. Ты не возьмешь это? Нет. Мне бы хотелось оставить о себе память. Нравится тебе? Да, очень. Тонкая работа. Я сделаю тебе такую же. Что? Я сделаю тебе такую же. Мне? Нет, нет. Ты же сказал, что тебе нравится рисунок. Нет, мне очень нравится. Но пойми, там, где я живу, во Франции, это не принято. У вас не ценят красоту? У нас обожают красоту, но это очень... очень... Понимаю. Твоя скромность мне нравится. Я вождь. Этот знак на моей груди указывает, что мне принадлежит верховная власть. Ты достоин быть вождем среди белых. Принеси иглу и порох. Здание, построенного великим зодчим. Имя ему — природа. Это все? Да.
Похоже, Таука почувствовала воду. Вода! Что он говорит, Паганель? Два года назад здесь протекала полноводная река. Seguiré hacia Guamini. Si no se resecó, les esperaré allá. Si, regresaré para seguir con ustedes. Он сказал, что поедет вперед к реке Гуамини. Если она не пересохла, он будет ждать на берегу. Если воды там нет, он поедет нам навстречу, чтобы избавить от напрасного перехода. А что тогда? Думаю, нужно спуститься к югу на 75 миль, к отрогам Сьерра-де-Левентана. Там много рек. Совет неплох. Моя лошадь еще не утомлена, а я могу сопровождать Талькава. О, милорд, возьмите меня с собой. У меня хорошая лошадь, она так и рвется вперед. Хорошо, мой мальчик, едем. А я? А вы должны остаться, любезнейший Паганель. Вы слишком хорошо знаете 37-ю параллель и вообще все пампасы. Никто из нас не найдет места, которое назначил Талькав для встречи. Так что под знаменем храброго Жака Паганеля мы смело двинемся вперед! Придется покориться. Смотрите, только не будьте столь рассеянными, не заведите нас обратно к Тихому океану. Вы этого заслужили, несносный майор. Талькав доволен тобой. Из тебя выйдет отличный наездник. Отец хотел сделать из меня моряка. Одно другому не мешает. Я просто крепко держусь в седле, вот и все. Бедный отец. Как он будет благодарен вам, милорд, когда вы его спасете? Ты очень любишь его. Да, милорд, когда вы узнаете моего отца, вы сами полюбите его. Мэри похожа на него. У нее такой же мягкий голос. Для моряка это даже странно, не правда ли? Ведь мы найдем его, правда? Да, мы найдем его. Талькав поможет нам. Талькав славный индеец. Без сомнения. В январе 1865 года путешественники находились в центре аргентинских пампасов. Переход через Патагонию оказался напрасным. Капитана Гранта в Южной Америке не было. Thank you.
Паганель? Скажу, что начало на славу. Если так пойдет дальше, гроза будет страшнейшая. О, начинается. Оно нас не спасет, милорд. Нам предстоит увидеть совсем необычную грозу. Ведь мы находимся в краю великих электрических бурь. Успокоительные сведения. Любое время, Олбинет, хорошо для пополнения знаний. Паганель! Скажу, что этим дело не ограничится! Надеяться, что они спасутся. Что же нам теперь делать? Будем жить, как птицы, раз мы не смогли жить, как рыбы. Да, видимо, мои шутки, как и мы, подмочены. Ну как, Олбинет, не жалеете, что не остались на яхте? Разве я вам был в тягость, господин Макнапс? О, нет, отнюдь. Вот если бы вы еще предложили ужин... Прошу! Браво, Олбин! Молодец! Вы мужественный человек, Олбин! В минуту опасности подумать о мешке с продовольствием. Это мужество! Ну, раз мы решили тонуть, я подумал, что нет смысла умирать с голоду. Роберт, только спускайся вниз. Никогда не чувствовал себя лучше, даже в собственном кабинете. Мы живем как птицы. Мне начинает казаться, что люди предназначены для жизни на деревьях. Им не хватает только крыльев. Ничего.
Скоро у них будут и крылья. Ну что же, господа, я иду спать. Поскольку у нас кухня и столовая на первом этаже, то спальня будет на втором. Спокойной ночи. Приятных сновидений. Спокойной ночи, месье. Благодарю. Спокойной ночи, господин Паганель. Спокойной ночи, Роберт. Укройтесь. Благодарю. Благодарю, Албинин. Ну, так что скажешь, Гузан? Надо решать. По-моему, все просто, дорогой Эдуард. Мы должны добраться до Дункана, взять курс на восток и продолжать двигаться вдоль этой самой 37-й параллели, хоть до того места, откуда мы начали свой путь. Неужели ты можешь предположить, что я не думал об этом? Думал. Но какие у нас шансы на успех? Покидая американский материк, мы удаляемся от места, указанного самим Гарри Грантом. Мы удаляемся от Патагонии, о которой так ясно говорится в документе. Бедная сестра. Выслушайте меня, друзья мои. И ты, Роберт, постарайся хорошенько вникнуть в то, что я скажу. Это очень важно. Я сделаю все, чтобы отыскать капитана Гранта. Я обязался это сделать. Если понадобится, посвящу этому всю свою жизнь. Вся Шотландия поможет мне отыскать человека, так преданного ей. И как немало шансов на успех, я готов обогнуть весь земной шар. Но вопрос сейчас не в этом, он вот в чем. Надо ли окончательно отказаться от поисков на американском материке? Так как же, майор? Прежде всего, мы должны узнать, через какие страны проходит 37-я параллель. Но это по части Паганеля. Месье Паганель, вы не могли бы на минуту спуститься сюда? Я вам нужен? Да. А по какому поводу? Мы хотим знать, через какие страны проходит 37-я параллель. Нет, ничего проще. Для этого мне не нужно спускаться. Покидая Америку, 37-я параллель пересекает Атлантический океан. Так. Затем пересекает на своем пути острова Тристан-да-Кунья. Прекрасно. Потом проходит 2 градусами южнее мыса Доброй Надежды. Далее. Затем пересекает Индийский океан. Пересекает Австралию в штате Виктория. А после Австралии... Месье Паганель, что с вами? Сейчас! Осторожно! О, боже, Паганель, опять ваша рассеянность. Ой, да. Ой. Рассеянность. И на этот раз феноменальная, господа. Мы ищем капитана Гранта там, где его нет. Как? Объясните вашу мысль только спокойно. В тот момент, когда я сказал «Австралия», меня вдруг как молния озарила, и все стало ясно. Так вы считаете, что Гарри Грант? Да. Слово «Австралия», которое мы перевели как «южный», на самом деле не полное слово, а отрывок слова «Австралий». Австралия? Интересно, Паганель, интересно. Да это попросту невозможно. Невозможно? Я не знаю такого слова. Хорошо. Если вы считаете, что слово «Австралия» обозначает Австралию, значит, вы должны признать существование там индейцев, которых там никогда не было. Не спешите торжествовать, майор. Я сейчас разобью вас на голову, и поверьте мне, никогда еще англичанину не случалось терпеть такого поражения. Хорошо, разбейте меня, Паганель, буду очень Слушайте, рад. В этом документе так же мало говорится об индейцах, как и о Патагонии. Слово «энди», которое вы перевели как «эндиен», обозначает «эндижан», туземцы. А то, что в Австралии есть туземцы, вы, наверное, допускаете? Да, но... Не сбей вы меня тогда с толку своими ложными толкованиями. Найди я сам этот документ, я бы никак не мог иначе его понять. Ну и как же будет читаться документ при вашем новом толковании?
Так, слушайте, 6 июня 1860 года трехмачтовое судно «Британия» потерпело крушение у берегов Австралии. Направляясь на берег, два матроса и капитан Грант попытались или попытаются высадиться на берег, где они попадут или попали в плен к жестоким туземцам, etc., etc. Ясно, господа? Ясно, если только слово «материк» применимо к Австралии, представляющей собой остров. Милорд, лучшие географы мира, в том числе и ваш покорный слуга, считают, что этот остров следует называть австралийским материком. Ну что же, друзья мои, тогда мне остается сказать только одно. В Австралию! Австралию! В Австралию! И да поможет нам Бог. Спокойно! Господа, что нам делать в воду? Всем в воду! Милорд! Смотрите, там тоже горит! Пожар! Паганель! Да, я здесь! За ним! Держи! Роберт! Вот сюда! Вот сюда! Роберт! Оружие! Он сказал, знай, теперь ты настоящий мужчина!